Привет, ребят, с вами Бес, и мы продолжаем играть в игру на iPad. Сегодня у нас будет, ребят, 8 игр, так что, ребят, запастите чайком или же кофейком. Ну а мы начнем. Первая наша игрушка — Top Gold Run. Давайте-ка запустим, мы будем немножко бегать тут, посмотрим, что у нас тут вообще есть. Пока что ничего у нас нет, так что давайте-ка будем быстренько бегать. Ага. Собственно, попробуем немножко денежек тут накопить, чтобы сделать какие-то апгрейды, да, и выйти из этой локации, потому что это прям капец какая трудная локация, ребят, это прям один из самых трудных локаций даже, мне кажется, так что надо быть тут осторожными. Так, отлично. Хорошо, пока что двигаемся вроде как вполне себе неплохо, плюс 150 голды. Замечательно. Так, еще есть какие-то вот штучки, которые можно собрать. Это у нас ежедневное задание. 6 штук надо набрать вот таких вот. Но сейчас посмотрим. Если успеем, то хорошо. Если нет, то окей. Ага. Так, сейчас с боссом. О, ребят, смотрите, уровень с боссом. Прикольно, это прям хорошо даже. Сейчас мы этого босса попробуем пройти. Угу. Тут желательно держаться, ребят, на центральной линии, потому что с центральной линии будет легче передвигаться в ту или иную сторону. А вот, нежели чем с одного края допрыгивать до другого. Так что, чем больше на центральной линии останемся, тем, собственно, лучше. Но надо быть одновременно осторожными. Так, хорошо. Еще один ударчик, и челик открывает крылья своей тачки. Ну и сейчас... То же самое должны повторять в воздухе, да? Хорошо, так, пропустили одну бомбу. Но это не страшно, потому что бомбы тут можно получать бесконечно, я так понимаю. Вот, ограничений по времени нет. Так, опа, чуть ли не сдохли, но вроде повезло и выжили. Так, ну еще несколько ударчиков, и чилик потеряет свою тачку. Ну... Все. Вот как-то так получается у нас вполне себе неплохо побеждать. 3 гемасика и плюс 500 монеток. Ну, давайте-ка еще, получается, 80 монеток добьем, чтобы у нас было ровно... Так, 1000. Еще двойные монетки тут нам дали. Да, все. Можно уже спокойно профукивать катку. Ну, вот как-то так. Ну, апгрейды сделать пока что не можем, потому что у нас не хватает ни золота, ни кристалликов. Ну и пойдем дальше. Сак.io, следующая наша игрушка. Тут мы должны пылесосить все. Так, 3, 2, 1, погнали. Посмотрим, что у нас из этого получится. Так, пока что стараемся сделать так, чтобы... так, проглатывать мелкие штучки. Потому что пока что не очень-то большие мы и все проглатывать не можем, к сожалению. Так, там есть какие-то челики еще, которые нам будут сейчас мешать. Притом очень сильно, смотрите, как же они выросли-то, а? Офигеть. Не, они нас проглатывать не могут. Это прям очень сильно радует. Вот, но мы их проглатывать можем. Ну окей, тогда сейчас станем еще немножко больше. Опа, вот так. Минус один челик. Вот этих старых челиков. Ну, тех, которые здесь их не можем. А, не, уже можем. Давайте-ка вот эти тачки тоже будем проглатывать все. Есть такое дело. Отлично. Ну, вышли, получается, уже за пределами дома. Так что все будет сейчас немножко уже спокойнее. Вот. Смотрите, они опять появляются. Ну, окей. Давайте-ка сейчас вот эти домики будем чистить тут полностью. Так, тут кто-то есть. И никого тут не было. Угу. Окей, а, вот челик был тут. Интересно, как он до сюда добрался, если он такой маленький-то, а? Странно. Ну, окей. Давайте-ка еще одну катку попробуем сыграть. Так, ну, погнали. Посмотрим, что у нас тут получится. Пока что все вроде как вполне себе неплохо у нас. Угу. Так, давайте-ка вот эти книжечки. Все хорошо. Минус один чилик.
А, второго челика мы сами не успели проглотить. Его проглотил вместо нас другой. Так, вот этого можем проглатывать. Есть. Все, начинаем сейчас уже интерьерчик. Да? Да, уже стен тоже можем. Смотрите, всех врагов проглотили. Офигеть. Не, нормально, в принципе, пока что двигаемся. Вроде как, да? Угу. Так. Угу. Ну, пока что вроде на первом месте, и нас никто обогнать не сможет. Уже больше 2000 очков мы набрали тут. Так что в этом плане никаких проблемочек у нас сейчас не должно появляться. Так, хорошо. Да, все замечательно. Так, уже 5000 очков. Хорошо. Так, тут когда-то был дом. Сейчас его нет, и все. Ну, вот так вот. Нормально. Ладно, ребят, идем дальше. Следующая наша игрушка Mario Run. Давайте-ка для этой игры включим интернет. Без подключения игрок, к большому сожалению, не запустится. Так что сейчас запустим и будем стараться сделать одну попытку, чтобы проходить уровень. Угу. Так. Не, тут играть не будем. Давайте-ка лучше будем играть. И мы сейчас, знаете, где? Так, это закрываем. Давай, откройся. Вот и здесь будем играть. Угу. Давайте-ка, допустим, на вот этом уровне сыграем. Тут нам надо постараться взять 5 звезд. Как это получится, если честно, не знаю, но стараться-таки мы должны. Так, все, первая звезда у нас есть. Ждем тут немножко. Ага. Супер. Тут должны подняться наверх, ребят, мы сейчас. Угу, есть. Вторая тоже у нас. И, кстати, 3 пузырька у нас. По идее, мы сейчас должны сделать все прям правильно. Так. Да, бляха-муха, что за фигня? Угу. Все. Ладно. Немножко тайминг не поймали, но сойдет. Один пузыречек и 2 звезды. Надеюсь, что у нас сейчас все получится. Угу. Так, прыжочек. Все. Предпоследнюю мы взяли. Если даже последнюю сейчас взять не сможем, то... Угу. Опа. Ну, смотрите, не получается. Так. Все. Последнюю тоже взяли, ребят. Сейчас остается... А, не, ничего не остается, все. Уровень пройден. Остается допрыгивать, и, в принципе, все. Ну, вот как-то так. Отлично, собрали все. И второй этапчик тоже, можно сказать, пройден у нас. И какой бонус будет даваться? Токи, тикеты будут дать нам, по идее. Да, всего 2. Ха, блин, обидно. Ладно, ребят, идем дальше. Давайте-ка интернет мы отключим. Следующая игрушка Tom Hero. Так. Угу. Так, сундучок можем открыть? Сундучок, по сути дела, да, можем открыть. Получаем одежду. Неплохо. Ну и будем бегать. Ну чё? Не очень-то долго, но... Сейчас что-нибудь попробуем сделать хотя бы. Угу. Зимняя локация, ребята, самая легкая, мне кажется. Так что... Тут бегать не составит для нас никаких проблем. Кстати, ладно, давайте-ка сейчас вот этого челика освободим. Угу. Это нам дает просто бонус тупо, да? Да. Давайте-ка мы
сейчас это закончим. Тут у нас должно быть какое-то задание. Да, вот смотрите, есть задание. Давайте-ка задание будем выполнять лучше. Надо 8 раз подпрыгивать, что ли? Вроде да. Да, задание легкое. Так что выполнять мы можем на изи. Так. Даже есть места, где сразу 2 раза надо подпрыгивать. Угу. Хорошо, вроде как. Угу. Так, еще 2 раза. Так, раз и 2. Все. Задание мы выполнено, и мы остались в воздухе. Прикольно. Ну, окей. Так, тут больше заданий нет. Печально. Окей, ребята, идем дальше. Subway Surf. Следующая наша игрушка. Так, интернет у нас отключен. Так, смотрим, что нам надо тут сделать. Надо собрать слово флот. Окей, давайте-ка попробуем собрать, а что нет. В принципе, постараться-таки можно. По идее, если будем немножко осторожно играть, то сможем с легкостью собрать. Еще нам надо задание выполнять тут. 3 ключа надо взять. Вот, будет уже немножко трудновато на самом-то деле. А если в этом деле тоже постараться, немножко подольше играть, то с легкостью его тоже можно будет выполнять. Вот. Угу. Так, это у нас щит получается. Да. Еще 2 штуки надо собрать, чтобы, получается, выполнить задание этого нашего мира. Угу. Окей. Вроде это тоже должно у нас получиться в течение этой катки. Все-таки 5 букв должны собрать. Это немало. Бывают слова, которые состоят из 3 букв всего лишь. А сейчас 5 букв. Ну, бывает, конечно, и побольше, но 5 это так нормалечек много. Вот. Окей. Это берем. Так, джетпак. Нет, джетпак, ребят, мы взять не будем, потому что если джетпак возьмем, то... слова собрать будет немножко проблематично. Мы пропустим там 1 букву. Так что лучше пропускать джетпак. Вот. Вместо него взять букву и щиты. Почему бы и нет? Вот смотрите, еще 1 буква. О, еще 2 штучки. Так. Ай, ай. Батарейка у нас сажается, ребят, потихонечку. Сейчас попробую заряжать. Так. Угу. Совсем чуть-чуть, ребят, остается у нас. Так. Вот, а тоже берем. Последняя буковка. Так. Угу. Где последняя буковка? Сейчас самое трудное будет его достать. Вот, так, так, так. Тихо-тихо, по идее, где-то тут должно быть. Да, все, вижу уже. Есть. Все, слово собрали. Замечательно просто. Ну, вот как-то так. Ну, чит не собрали последний, ну, ладно. Хорошо, ребята, идем дальше. Animal Transform. Следующая наша игра. Давайте-ка посмотрим, что тут нам будет ожидать. Так, тут мы должны... Ага, менять животных наших. Да. Так, тут паучок. Каждое животное проходит определенное препятствие. Вот тут обезьянка проходит. А вот тут у нас тигр вроде как, или леопард, не знаю. Но всегда мы получаем 3. Это хотя бы радует. Вот, так, идем дальше. Так, обезьяночка. Слоник. Какой-то грязный слоник у нас почему-то. Ладно. Так, опять слон, скорее всего, да? Чтобы все это дело разбить. И акула. Все. А тут можно бегать уже. Все. Отлично. Идем, ребят, дальше. Следующий уровень. Так, пока что бежим. Летим. Попугайчик. Ну, по идее, тут должно был быть орел, но сейчас что-то попугай похож. Кстати, тут попугайчик тоже подойдет. Где надо летать. Прикольно. Окей. Не, задумка, конечно, прикольная, мне нравится. Но вот можно было как-то все покрасивее сделать, что ли. Вот. Так, ну тут давайте-ка будем летать.
Вообще, по идее, летать много где мы можем. По сути. Так. Да. И все. Каждое животное справляется в своем локации намного быстрее. То есть акула там было бы быстрее. Хорошо, идем дальше. Scribble Rider. Тут мы должны нарисовать какие-то колесики для нашей тачки. Давайте-ка начнем с обычных вот прям колес. Кругленькие пусть будут. А чё нет? Прыжок. Сейчас еще один прыжочек будет. Ну, кругленькие колеса вроде неплохо пока что справляются, но звезда подошла бы тут больше, но по мне. Какие-то невидимые преграды, ребят, тут у нас появляются. Лол. Так, прыжок. Ты чё? Вот гад-то, а, опередил нас в последнюю секунду. Какого фига-то, а? Вроде все у нас было нормально. Так, делаем звезду прямо изначально. В надежде, что звезда поможет нам сейчас по-быстренькому двигаться. Ну и вот треугольники вроде тоже сейчас квадратики сделал. Тоже вроде как двигаются неплохо. Вот, так, давай. Угу. Преимущество у нас уже есть. Небольшое, но все-таки есть. Угу. Хорошо, ребят. Опа, хе-хе. Вот на этот раз уже круглые колесики его не спасли, к счастью. Для нас, естественно же. Вот как-то так. Ну окей, давайте-ка еще один уровень сыграем. Так, что опять звездные колеса пусть будут у нас. Вот такие вот интересные. Посмотрим. Опа. Опа. А, ну это так и было задумано, ребят, получается. Ну смотрите, как же легко мы поднимаемся. Угу. Так. Тут тоже вроде как неплохо, и все. Опять-таки мы затащили. Супер просто. Ну, вот как-то так. Игрушка прикольная, мне нравится. Интересная задумочка. Окей, последняя наша игрушка Jelly Shift. Зарядки нам хватит, еще 4% у нас есть. Так что в Jelly Shift тоже мы сможем сыграть, ребят, сейчас. Угу. Так, игра запускается. Ну и давайте-ка начнем. Хотя игра уже без нас начался. Так что не ждал, чтобы мы начали. Угу. Все, фейвор есть. Берем вкусняшку. Так. Ну и сейчас можно даже все платформы сломать. Главное, чтобы там вкусняшку взять. В каждом уровне что-то отнадается. Тут клубника. Окей, лайки, ребят, если клубнику любите. Ой-ой-ой, вот это было плохо, но у нас шанс есть. Тут вроде дается нам возможность, да, попасть в платформу. Так, ну сейчас посмотрим. Это у нас яблоко. Да, все, яблоко взяли. Несмотря на то, что вначале прям врезались немножко. Ну ладно. Так, окей. Идем дальше, да? О, новый скинчик. Скинчик крокодила. Прикольно. Так. Двигаемся пока что осторожно. Сейчас вишенку тоже возьмем. Где наш фейвор? Все, фейвор есть. Можно, конечно, во время фейвора тоже стараться делать так, чтобы платформу не ломать, но это уже будет бессмысленно просто. Mm-hmm. Так, бонусный левел. Окей. Mm-hmm. Стараемся сейчас взять все, что тут есть на бонусном уровне. Mm-hmm. Есть такое дело. А в бонусных уровнях можно ломать платформы столько, сколько хотим. Это нам ничего не сделает, да? Никаких минусов из-за этого не будет у нас. Вот. Ну, поскольку новый скинчик мы сегодня получили, я не хочу сейчас разблокировать скинчики новые. Так что это сделаем мы как-то в другой раз, когда новый скинчик уже давно не будет у нас сейчас. Вот вроде как этот крокодильский скин прикольно выглядит. Мне нравится, по крайней мере. Вот. Пишите в комментариях, как вам этот скинчик. Угу. Опа. Еще и третью звезду получили, так что сейчас сможем вот эти шарики открыть.
Угу. Возможно, даже новый скинчик получим. Ну, маловероятно, конечно. Если все время рекламчики будем посматривать и еще 3 звезды получать, то в этом случае, да, можно. Ладно, давайте-ка последний уровень сейчас тут сыграем. Посмотрим, что у нас из этого получится. Погнали. Угу. Вроде как пока что все окей. Угу. Отлично. Ну и последнее испытание. Все. Уровень пройден, ребят, у нас. Отлично. Ну что ж, ребят, на этом давайте-ка будем заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписаться на канал. Ну а с вами был Без. Всем удачи, ребята, и всем пока.